Креативный своп-маркет вновь захлестнет окружную столицу. В студии организатор своп-маркета Гузель Нигматуллина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Было множество. Да, у каждого свопа была своя тематика, был посвященный одежде, растениям, чему будет посвящен этот. Своп и тигры у ног моих сели. Да. Да, все верно. Своп-маркет проходит уже далеко не первый раз. В этом году при грантовой поддержке компании «Газпромнефть» своп-маркет пройдет уже четвертый раз. И в этот раз мы решили попробовать обменяться творческими навыками. Итак. Поэтому это креативный своп-маркет. Мы собрали на одной площадке более 35 предпринимателей и мастеров, которые познакомят со своим творчеством, со своими услугами, со своими какими-то продуктами и научат наших горожан чему-либо. Это какие-то мастерицы, художники, или, то есть, да? Да, те, которые считают, что вот я вот в этом креативный. То есть мы можем утверждать, что именно здесь, на своп-маркете, я могу все-таки увидеть, что такое креатив. 100% вы сможете увидеть, что такое креатив. Очень такая, знаете, разношерстная, разнонаправленная компания у нас получилась мастеров. Есть и коучи, так, и бизнес-тренеры, и художники-иллюстраторы, которые проведут свой мастер-класс, и можно будет нарисовать там свою открытку. И мастерица, которая покажет технологию ткачества, и можно будет соткать небольшую подставку под горячее. И нумеролог, и юрист. Ничего себе. То есть совершенно разные направления. Это разброс просто. Нумеролог, юрист. Да, мы старались брать совершенно разные направления, так скажем, услуг, которые может получать любой житель Ханты-Мансийска. Это же как анекдот, собрались как-то юрист, нумеролог и коуч. И вот как раз-таки на своп-маркете мы посмотрим, что из этого получится. Что получится, собственно? В четырех помещениях одновременно будут проходить мастер-классы. Каждый час будет меняться линейка. То есть с двух до трех это... Время одновременно меняется. Да, одновременно идет более 10 мастер-классов. Дальше следующая серия. И помимо обмена креативными навыками, у нас будет действовать традиционный маркет ремесленных и творческих изделий местных мастеров и локальных брендов. Еще хочу сделать такую небольшую заметочку про своп-контракт. Так. Что же это такое? Что это такое? Чтобы мы смогли равноценно запустить вот этот процесс обмена, не просто вот пришел горожанин, такой подумал, дай-ка я попробую нарисовать картину, что получится, собственно. Мы хотим предложить любому жителю, после того, как он участвует в мастер-классе, предложить какой-то на обмен какую-то либо свою услугу, либо свой продукт, который, возможно, он производит. Ну, как минимум, поделиться в своих социальных сетях о том, что он принял участие в активностях. Ну, то есть это условие? Да. Это условие, которое необходимо будет выполнить? Да, в своп-контракте будет обозначено, так скажем, три пункта, по которым любой участник мастер-класса должен будет скорее, он принимает договоренности, делиться информацией с своим окружением о том, что он принял участие в таком мероприятии, что он получил какие-то навыки, и также на обмен он может предложить свою услугу. А гости свопа могут с собой принести что-то, что бы хотели обменять? Как говорится, сразу на месте выполнить контракт. Да, с пакетиками можно прийти к вам? В этот раз нет. В этот раз нет. Мы пробовали проводить вот такой, знаете, смешанный обмен, когда меняются и вещи, и услуги, что-то и материальное, и нематериальное. Достаточно сложно, не просто, так скажем, регулировать этот процесс. Поэтому есть отдельно свопы, которые связаны с обменом одеждой, есть отдельно свопы, такие как креативный своп-маркет, когда можно обменяться именно какими-то креативными навыками. Да, то есть лучше творческих площадок. Твой пакетик, твой мешочек – это голова, понимаешь, с той креативной идеей, к которой ты придешь. Так и есть. Вот не надо ничего брать. Но опять же, если ничего не убирается, да, возьмите мешочек. Итак, нам необходимо теперь выяснить только одно. Участники заявлены или можно еще дозаявиться? Нет, программа была закрыта вчера вечером, так, мы полностью ее сформировали. А теперь осталось только прийти к нам. Тогда давайте, все эти камеры смотрят на вас, приглашайте. В эту субботу, уважаемые ханты-мансийцы, приглашаем вас в точку кипения на Чехова 16 прийти к нам на креативный своп-маркет. Если вы креативны и понимаете, что такое своп, да, и что такое маркет, то вам, конечно же, в точку кипения. Спасибо огромное. Спасибо. Удачного своп-маркета. Ждем с новыми
Ждем с новыми проектами, с новым свопом к нам сюда, в гости. Вам желаем доброго, бодрого утра. Спасибо. С гостей прощается. С вами же увидимся 2-2,5 своп минут. Дождитесь.